Привет, друзья! Компания Мариади продолжает знакомить вас с возможностями, которые предлагают британские вузы. Сегодня мы отправимся с вами в университет Портсмут, выяснить, как в этом престижном учебном заведении преподают политологию и международные отношения. Программа International Relations предназначена для тех, кого волнуют мировые проблемы и кто готов искать пути их решения. Причины конфликта, проблемы управления миграцией и глобализацией, бедность, экология. Все это и многое другое вы будете подробно обсуждать на лекциях и семинарах, круглых столах и конференциях. Однако речь не только о чисто политической области, ведь существуют и корпоративные международные отношения. Гибкие модули позволяют сосредоточиться на интересующих областях и расширить свой кругозор, который ценится работодателем. Кроме того, студенты могут воспользоваться партнерскими программами и поучиться некоторое время за границей. Например, во французском университете Sciences Po Strasbourg, или голландском университете, или бельгийском университете под названием Libre de Bruxelles, американском университете Небраски Омаха или венгерском университете Сиген. При желании можно сочетать несколько вариантов этого курса и получить диплом с двумя специальностями сразу. Например, международные отношения и история. Или международные отношения и международное развитие. Дальнейшая карьера может увести вас в самые разные области. От ООН или международных благотворительных организаций до служб безопасности или правительственных учреждений. Многие студенты уходят в область бизнеса, работают в крупных транснациональных корпорациях, международных банках и аудиторских компаниях. При желании можно получить и постдипломное образование. После второго года обучения некоторые студенты берут дополнительный год трудоустройства, чтобы обеспечить себе некоторый опыт, а потом возвращаются к учебе. Для тех, кому требуется улучшить английский, действует специальный курс, в том числе программа «Английский для академических целей». Во время учебы студент может рассчитывать на помощь личного куратора, а также специального отдела академических навыков, так называемых. Можно подтянуть также важные умения, такие как, например, тайм-менеджмент, критическое мышление, академическое письмо, навыки презентации и так далее. Специальная университетская служба помогает в поиске работы в течение 5 лет после окончания факультета. Выпускники последних лет работают в правительстве, международных организациях, работают в СМИ, занимаются анализом политических рисков, связями с общественностью, обеспечением безопасности, выбирают международную финансовую среду или банковскую сферу. Обучение доступно для всех, поэтому студенты с инвалидностью не испытывают проблем во время учебы в этом университете. Если вам хочется углубиться не только в международные отношения, но и в политическое хитросплетение, можно выбрать курс под названием International Relations and Politics. Здесь рассматривают причины войн и конфликтов, государственное устройство разных стран, анализируют глобальные тенденции. Знания и навыки, получаемые студентами, могут потом привести к их карьере в местных и национальных органах власти, безопасности, преподавании, академических исследованиях и средствах массовой информации. 93% выпускников через полгода уже находят себе работу или продолжают свою учебу. А 95% отмечают общую удовлетворенность курса. Гостевые лекции и конференции, семинары и круглые столы. Все это помогает быть в курсе проблем и актуальных методов их решений. Модули, которые подстраивают под желания студента, возможность учиться за границей, университетская специальная служба занятости, все это практически гарантирует востребованность
на рынке труда. Бывшие студенты работают на таких должностях, как политический советник, консультант по связям с общественностью, аналитик политического риска или администратор местного самоуправления. Кроме того, также существуют такие направления, как International Relations and Languages. Кстати, очень перспективное направление для тех, кто владеет или изучает несколько иностранных языков. Или, например, Law – юриспруденция with International Relations. Или просто классический курс, который так и называется – Politics – политика. Если я буду рассказывать вам про все эти курсы, то видео просто очень сильно затянется. Обо всем могу рассказать вам при личном знакомстве. Мы в Мариаде всегда готовы помочь вам советами и информацией из первых рук. Мы много лет сотрудничаем с лучшими британскими учебными заведениями, так что на наше досье всегда можно положиться. В отличие от сведений из интернета, которые зачастую неизвестно кого исход. Кстати, в университете Портсмута я сам учился. И с радостью вам расскажу, если, конечно, вам будет интересно, о своей студенческой жизни и карьерном росте после окончания этого университета. Пишите, звоните, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube – все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube – путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club – учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.